Где Тимофей Гаврилович? Выехал на объект. Надолго? Оттуда поедет горсовет. А когда вернется? Неизвестно. Вызван в исполком. Понятно. Значит, он в гостинице. Да-да. Это вы? Это вы? Это вы? Ой, извините. А вы меня помните? Конечно. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Нет, нет. Лучше вот сюда. Да нет, я постою, я ненадолго. Да. Нет, это вы? Что? Ну, теперь мне многое становится понятно. Мне понятно, почему вы на меня всегда смотрели таким, ну, странным взглядом. Странным? Да нет, это не то слово странным, просто диким. Да. Но я же не знала тогда, что это был взгляд доктора, гипнотизера. Да-да, гипнотизера. Давайте познакомимся. Давайте. Моя фамилия Миронова. Хорошо. Я племянница. Да-да. Вашего пациента. Это был мой дядя. Ну и ваши впечатления? Ну хорошо, я сама скажу. Вот вы можете себе представить, чтобы эта тряпка когда-то был решительным человеком? Да. То есть нет, нет. А он был? Ах, был. Мне нужна ваша помощь. Да. Единственный выход, чтобы дядя подал заявление об уходе с работы по собственному желанию. А у него есть это собственное желание? Если бы оно у него было, я бы к вам не обращалась. А... Ну? Что? Что, вы мне отказываете? Нет. То есть, да. Ну, как? Нет. Ну, то есть, мне нужна ваша помощь. Пожалуйста. Дело в том, что я должен вас иногда видеть. Ой, ну это пожалуйста. Я согласна ходить с вами к дяде хоть каждый день. К дяде? Да. До чего он довел эту гостиницу? А ведь это я ее строила. Вы? Да, это был мой первый самостоятельный объект. Но вы представляете, что такое первый объект? Нет, то есть да, это, вероятно, как первая любовь. Коля, в чем дело? Что здесь происходит? Ничего особенного. Так. Здравствуйте. Познакомьтесь, здравствуйте, пожалуйста. Таня. Николай Евгеньевич Шишков. Очень приятно. Ассистент. О, я никогда не видела сеанса настоящего гипноза. А вы попросите коллегу, он вам не откажет. Ой, да, нет, вам... нет, не надо, что вы. Да нет, почему же? Я, пожалуй, покажу. Николай Евгеньевич, подойдите ко мне. Что вы хотите делать? Сейчас вам отольются ваши автографы и интервью. Спать. То есть как? Спать, Николай Евгеньевич. Спать. Попробуйте не уснуть, и вам придется спать в вестибюле. Спать. Вот перед вами так называемая сомнамбула, которая ничего не видит, ничего не чувствует и ничего не слышит. Его можно щипать, дергать за уши. Пожалуйста, спите, Николай Евгеньевич, спите.